летний сезон, и мы решили провести праздник «Танцующее лето», чтобы лето у нас прошло весело, задорно, чтобы все детки хорошо отдохнули. Сегодня у нас выступает эстрадный коллектив «Пестрая компания» и также ведущая из Кирова Юля, которая вела и в прошлом году у нас все праздники. Дорогие друзья, гости сегодняшнего праздника! Рады приветствовать вас здесь! И вас встречает хореографический ансамбль «Пестрая компания»! Не поленились в это замечательное воскресное утро. Итак, мои хорошие, ой, слышите, мне кажется, тикают часики. Ходят часики вот так. Как обычно работают наши аттракционы, работает наша детская площадка. Детские мероприятия, если получится, проведем снова с собаками, возможно, с кошками. Если получится, будет праздник мороженого. Но это и для детей, и для взрослых тоже, и для их родителей. Субботние вечера, чтобы наше взрослое поколение тоже могло отдохнуть. Если получится, то тоже будем делать. Был вчера танцевальный вечер с участием коллектива «Городушка» и ансамбль «Ретро». Было очень много народу, очень понравилось. И все бы желали, конечно, еще к нам приходить. Детский парк работает каждый день. Аттракционы работают с 10 утра до 8 вечера. От клещей обработана территория парка. Так, траву мы подкашиваем. На аттракционах работают девочки, которые и запускают аттракционы, конечно же, следят за безопасностью. В 10 вечера, естественно, место общественное, поэтому мы не приветствуем, когда здесь курят, когда здесь выпивают.